Ну, для вас мы, мужички, готовили сюрприз к 23 февраля. И получилось. То, что доктор прописал, располагается в Орионе. Доехать просто. На север едем по Советской. И далее на восток, по Вокзальной. Этот поворот знают все. Здесь живет правильный знак. Орион. Вот вы компьютерную графику видели? Видели, естественно. То есть я ничего вам не демонстрирую, что-то новое. Проезд к Ориону вот только по компьютерной графике. Ну, в принципе, и понять другого и нет. И вот теперь мы говорим про компьютерную графику. Я ее делаю специально для вас, для тех, кто не понимает, как сюда доехать. В принципе, все стало ясно. Но, тем не менее, у нас уже появился второй человек, Алексей Челетин. Чуть-чуть младше меня. Так вот он вам грамотно объяснит, как необходимо подарить девочкам игрушечки на 8 марта. И под этим знаком в Магнитогорске вы видите игрушки. Они не напрягают ваш бюджет. Абсолютно. А зная время-то какое, а время-то Международный женский день. И вот сюда меня отправил мой юный друг Алексей. Приходите в магазин «Орион» за девчачьими игрушками, за куклами, за резинками и за всем. А потому что по-другому-то как? Огромное отделение для девочек. Есть здесь все в действительности. Заходите в магазин «Орион» за пирамидами и за всем, за всем. А давайте перечислим, а не будем. Потому что для всех возрастов товар есть для всех. Потому что девочки тоже любят играть, а как без этого, то... А папа ходит туда-сюда и ни в день не видит цены, чем в магазине «Айлоне». Что касаемо цен, шутить не буду. Придете и посмотрите сами. Но мысль простая, что где-то стоит 5000 рублей, а здесь вы все тоже купите за 1000. И у меня даже есть подушка Ева. Я хотел подарить такую пони ей. Наш вопрос понятен. Откуда столько девочек у моего перца? Так вот, я скажу, с этим делом у него все в порядке. У его мамы есть огромный коллектив, неправильно, девочек. У меня еще есть Николина такая подушка. Я хотел ей подарить такую стиральненькую машинку. А как его любят, то во все щеки целован, о как! Но это мужик, безо всяких сомнений, просто он живет в богатом окружении. Мне нравится подушка Зенни, Женя, и я хотел подарить такую куклу. Вот как-то так. Девочки, умницы вы наши, и естественно, вы правильные хозяйки. А правильная хозяйка возьмет много, не переплачивая. О как! Ну а поскольку вы правильные, то ваша мама, папа, дядя, тетя, бабушка с дедушкой в преддверии 8 марта отправляются в Орион. Знаете, я уже вот в эти санки не влазу, наверное, два маленьких девочек, которые помоложе меня, могут сюда садиться. Хо, а теперь быстро, за папой либо мамой. Вот оно то самое место, вот оно, по Советской до Вокзальной, далее в сторону Соленого или Банного. И перед поворотом на хладокомбинат направо, и без подарков на 8 марта, чтобы не возвращались. Хорошо, да? Хорошо получается. Очень скоро мы будем вместе и рулить на машинах. Представляете, да? Мне, грубо говоря, 43 года исполнится, а ему 6 лет. Вот так же и будем рулить. Потому что машину-то он водит уже с 6-месячного возраста, чуть-чуть раньше, чем я с 3 лет ее начал водить. Вот. И вам это дело все продемонстрирую. Но это ладно, это про другую тему. Сегодня вы уже посмотрели, как он и вкусно демонстрирует вам, как вам необходимо прийти сюда и какие игрушки купить для ваших девушек. И для девочек, естественно.